Упоровский район готовится отпраздновать очередную круглую дату с момента своего образования. Этим летом мы будем отмечать его 85-летие. Общая площадь района составляет более 300 тысяч гектаров. Из них более половины – земли сельскохозяйственного назначения. Отсюда и основной профиль территории, который определяется как аграрный. Недаром на нашей территории производится десятая доля зерновых культур и молока всего региона. Кроме этого, на наших полях выращивают почти 40% картофеля и около трети овощей Тюменской области. Невзирая на все вызовы времени, руководители сельхозпредприятий продолжают стимулировать производство путем инвестиций. Приобретено 220 единиц высокоэффективной техники. Проведена модернизация материально-технической базы семеноводческих хозяйств. Вкладываются значительные средства в строительство новых животноводческих комплексов. Кроме этого, в районе появился собственный завод по производству кормов на территории Ингалинки. Аграрный сектор сегодня остается лидером по привлечению инвестиций. К вышеизложенному стоит добавить, что в этом году в агрофирме «Крим» начали реализацию проекта по строительству завода по переработке картофеля, который оценивается на сумму свыше 1 000 000 000 рублей. Решается и проблема с кадрами. С 2016 года в нашем районе действует региональный проект «Агропоколение», в ходе реализации которого в образовательных учреждениях были созданы агроклассы. Благодаря им 24 девушки прошли обучение по программе «Основы животноводства», а еще 46 ребят получили возможность обзавестись правами тракториста. Одно из главных условий успешного развития территории – увеличение числа предпринимателей и рабочих мест. За 5 лет число субъектов предпринимательства выросло до 414. Всего в предпринимательской сфере работают 1990 человек, а это 26% от общей численности населения, занятого в экономике района. Ежегодно малый бизнес создает не менее 100 рабочих мест. Доля производимых субъектами предпринимательства товаров, работ и услуг в общем объеме ВВП составляет 28.5%. Наравне со всем вышеизложенным развивается инфраструктура Упоровского района. В район действует 58,8 километров водопроводных сетей. Ежегодно проводится капитальный ремонт участков сетей с заменой металлических и асбестоцементных труб на полиэтиленовые. Продолжается и газификация сел. Общая протяженность построенных газопроводов за период с 2012 по 2016 год составляет более 27 километров. В планах на ближайшую перспективу продолжить сотрудничество с «Газпромом» и довести газификацию сел до 100% показателя. Не останавливается работа по ремонту и строительству дорог. За последние несколько лет в районе приведено в порядок около 16,5 километров муниципальных дорог. Также активно ведется строительство жилья. С 2012 года в Упоровском муниципальном районе были построены и введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов для льготных категорий граждан. Построили жилье для детей-сирот в Емуртле и для льготников в поселке Механизаторов. Стоит отметить, что по всем показателям социально-экономического развития в нашем районе отмечается неуклонный рост. Провала удалось не допустить ни в одной из сфер деятельности. Внедряются передовые технологии ВПК, реализуются инвестиционные проекты, реконструируются объекты социальной сферы, ремонтируются дороги и выполняются все социальные обязательства.